Привет, это Foodstorm, и я Антон Романов с базовым уроком «Как сварить киноа». Это зерно, которое растет в Южной Америке, и оно прям гиперполезное. Киноа достаточно промыть один раз от грязи и пыли. Кстати, некоторым может не понравиться травянистый вкус зерна, ну как мне. Решение простое – замочить киноа в воде на 4 часа, после чего еще раз помыть и уже тогда варить. Уже чистое зерно закидываем в кастрюлю и сушим на среднем огне 2-3 минуты. Постоянно помешиваем, чтобы киноа не пригорало в кастрюле. Заливаем 1,5 турки воды, то есть киноа к воде 2 к 3. Вместо воды можно использовать овощной, куриный или рыбный бульон. Так будет вкуснее. 8 грамм соли или 1 чайная ложка. Доводим до кипения, закрываем крышку и уменьшаем огонь до 80 градусов. Это медленный огонь. Варим под крышкой 15 минут, снимаем с огня и еще 5 минут оставляем просто полежать. Добавляем сливочное масло. Киноа отлично сочетается с рыбой, морепродуктами, запеченными овощами. Ее кушают и охлажденные, добавляя в салаты или как закуску. Понравился выпуск? Ставь лайк, подписывайся, а главное, занимайся едой. Это был Foodstorm и я, Антон Романов. Пока!